Всем привет, вы находитесь на канале Fisherman Hunter. Я хочу попросить вас подписаться на мой канал о рыбалке. Вот здесь вот будет подсказка на другие видосы. Подписывайтесь, короче, на мой канал. Сегодня я собрался на рыбалку сгонять на Иртыш, порыбачить на спиннинг. Купил червей позавчера. Вчера они у меня уже, я думал, что испортятся. Но сегодня, короче, я нашел время и сгонял на рыбалочку. Короче, собрал рюкзачок один, второй, короче, и поехал. И забыл взять рюкзачок с телефоном и с камерой. И, короче, не заснял ни одного сюжета. В общем, результат сейчас я вам покажу. Вот. Вот еще, ребятки, я вам хотел похвастаться. Купил себе вот такую вот треногу. Короче, ставится она. Вот эта вот херня выдвигается. И вот эти сами ноги, когда раскрываются, она получается где-то примерно 1,5 метра. Вот тут три ноги. Ну, суть-то не в этом. Короче, поехал-то я на рыбалку. Без всех камер у меня ни одного средства связи не было и ни одного видеозаписи регистратора. И, короче, вот на червячка, на спиннинг, на два спиннинга я поймал вот столько вот рыбки. Вот этой вот. Эта вот рыбка называется стерлядка. 12 хвостов. Вот видите. Один, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый. В общем-то, я нарвался на офигенно хорошую яму. Не знаю, тут сейчас, короче, мне на работу надо будет лететь. Короче, времени не получится съездить туда порыбачить больше. Только придется через месяц ехать рыбачить. Нажимайте. Так, подписывайтесь на мой канал. Короче, вот и все, короче. Ставьте лайки, классы. Все, всем пока. Вот мы поймаем телятку, короче. Сейчас мы ее будем хавать. Она обалденно вкусная. Угу. Вот так вот. Ребятки, чистим ее, короче, по-быстренькому. Вскрываем ей пузико. Отрезаем голову. С голов офигенная уха будет. Вот. В этой стерлядке еще жирок даже присутствует весенний. Какой-никакой, но жирок. Вот. Бронелобая. Интересно, в каких областях водится стерлядка? Вот напишите в комментарии. Допустим, я нахожусь в Омской области. У нас она маленечко присутствует. Еще раз прошу, подписывайтесь на мой канал. Ой, с икрой, блядь. Так это икра. Точно икра. Черная икра, блядь. Ой, смотри, видишь, сколько ее. Черная икра есть. Ладно, паузу нажимай. Ну и вот так вот, ребятки, продолжаем. Почистили мы ее. Отрезаем вот эти вот мини-хвостики на уху. Головы, хвостики вот эти пойдут на уху. А саму вот эту вот филейную часть вот так вот по позвоночнику вдоль хряща разрезаем. Ну, чтоб мяско показалось вот так. И разрезаем вот на 3-4 части. Вот такие вот. Это будет солиться и будет употребляться сыроежечкой. Вот, все, паузу нажимайте. В общем-то, вот такие вот дела, ребятки. Кто не подписался на мой канал, тому не повезло. Кто подписался, тому, возможно, повезет, потому что, как я наберу 1000 человек, 1000 подписчиков на моем ютубе, я буду разыгрывать периодически призы в виде денежных средств. Изначально у меня будет 1000 человек, 1000 рублей разыгрываться. На 1500 уже 1500. Так что давайте, дерзайте, по-быстренькому подписывайтесь, приглашайте друзей ко мне на каналчик. Смотрите про рыбалку, про охоту, про то, как я собираю грибы, ну и много всякой херни. Вот. Поближе маленько поснимай стерлядочку. Кому интересно, может кто-то ее даже и не употреблял ни разу, стерлядку. Вот она, сибирячка. Сибирячка иртышовская. Вот такие вот дела. Конечно же, хвостики эти небольшие. Но чем богаты, тем и рады, ребятишки. Вот, сними прям какой у нее, прям такой вот жирок. Вот видите? Вот жирок, там покажи жирок, прям это. Жирненькая стерлядочка. Я этот жирок не выкидываю. А он солится, короче, и можно его тоже употреблять. Он прям такой классненький, вкусненький жирок получается с рыбкой. Вот. Стерлядки костей нету, ребята. К
кто не знает, здесь вот хрящ такой круглый в виде червяка, как спагетти, от хвоста прямо вот до головы идет прямо вот. Хрящ вот здесь вот он. Прямо тут вот. Ну, не буду я его показывать. Вот его, поди. Пальцами можно... Нет, пальцами я не зацеплю. Вот он. Удастся, не удастся. Вот видите, ребятки, вытаскивается хрящ. Вот он, стерляжий хрящ. Вот. Его даже можно вот так... Сырой, даже не соленый. Употребляй. Вот. Вот это блюдо называется сыроежка и стерлядка. Вкуснятина прямо такая обалденная. У нее такой запах прям приятный. А когда с солью ее, с малосольной, она ешь, прям у нее такой офигенный вкус, прям, ребята. Всем рекомендую взять спиннинг. Скользящее грузило. 3-4 крючка, номер 6-7. И идти на стерлядку, на ямы куда-нибудь на Иртыш. Ладненько. Приготовим, покажем. Всем пока. Вот, короче, ребята, просто посыпали соли туда на глаз. Примерно столовую ложку. Ну, обычно туда можно положить чесночка, перчика. Сейчас еще перчика в магазин нам пошли, купят перчик. Перчиком посыпем. Чеснок не будем ложить, у нас от него изжога. Невкусно получается для нас. Ну все, ребятишки, теперь вот это вот дело с черненьким хлебцем и запивать минералочкой омской. Омская минералка, это не реклама. Сейчас попробуем кусочек рыбки. С перчиком и солью. Как я давно этого ждал. Обалденно. Вкуснятина. Пальчики оближешь. Кому понравилось видео, ставим. Класс. Завтра заснимем уху. Всем пока.